Всем привет! После 2 лет тишины и пандемии в Москве прошла выставка новинок мебели. К сожалению, выставка была маленькая и достаточно скудная. Но были и те, кто действительно привлек внимание своими новинками. Давайте посмотрим вместе. Бочки тоже мебель. Интересное решение, которое достаточно просто можно реализовать самим. Такой гарнитур будет прекрасным оформлением веранды на даче. Немало внимания привлекли технологичные диваны от турецких производителей. Легкая трансформация простым нажатием убережет вашу спину от раскладывания дивана для гостей. Привлек внимание стенд со столиками в урбанистическом стиле. Хорошее решение для гостиной в современном стиле или в мужском интерьере. Такой столик обязательно будет центром внимания и еще большим притяжением диванной зоны. Как известно, на огонь можно смотреть бесконечно, и я знаю очень многих, кто хочет поставить в гостиную камин. Но огонь выжигает кислород, которого и так мало в душных квартирах. Отличное решение – камины с паром. Также понравилось готовое решение тумбы для гостиной со встроенным камином. О, кресло с Алиэкспресса. Опускай, пожалуйста, а вот эти кресла какую цену? А вам для себя или? Для себя. Они 17600. Понятно, спасибо. 17600 на Алиэкспрессе за 10,5, если я не ошибаюсь, можно купить. Привлек внимание стенд техники Hyundai. Они только выходят на российский рынок. Как показывает практика, на крупные новые бренды стоит обращать внимание, потому что при выходе на новый рынок они предлагают приятные цены, в отличие от уже зарекомендовавших себя конкурентов. Холодильники side-by-side, они обычно некрасивые. При этом встроенные холодильники, конечно, эстетичнее, но в них мало места. Это вот прям очень хорошенький. Вот это, на самом деле, холодильничек, конечно, один такой, условно говоря, технически эксклюзивный, потому что подобная конфигурация есть только у брендов в основном. Вот. Но это все-таки, конечно, би-бренд, да? Вот. Но би-бренды такие, ну, 1-2 еще, может быть, таскают. То есть конкуренция по ним достаточно низкая, потому что по цене мы ниже, чем брендов. Вот. Фишка вот в этой камере, она универсальная. То есть она может работать как холодилка, она может работать как фреш-зона нулевая, ну, там мясо рыбу хранить, да? Ну, аналог хранения будет. И может работать как такая слабенькая морозилочка до минус 4. Вот, то есть вот фишка ее. А это вся морозилка? Да, это полностью морозилочка. Ну, красивый. По проценту отказов, скажем так, лучше арестонов, эндезитов, бекошек. Да? Да, он низкий достаточно. Вот эти вытяжки очень, на самом деле, хороши тем, что когда вы готовите, вы ее выдвигаете, и она выступает еще такой защитной заслонкой, которая не дает забрызгивать фасады. Основная тенденция, которую можно заметить по кухням, это отказ от стандартного расположения ящиков. То есть ящики выведены в единую линию, а дверцы фасадов оборочены по высоте. Еще один интересный запел боковины столешницы. Thank you.
Производители кухонь порадовали количеством реализованных технических особенностей. Из трендов можно отметить акцент на функциональный фартук с местом для хранения. К сожалению, это подойдет не всем, так как данная особенность влечет за собой увеличение глубины модулей. Обычно вытяжки многим не нравятся, некуда ставить. В данном случае варочная поверхность сразу идет с вытяжкой. Вытяжка внизу. Вытяжка убирается в нижний фасад подствольного монтажа вытяжка. Все чаще в кухнях-гостиных не хотят видеть кухню как таковую. Действительно сталкиваюсь много с такими просьбами. Поэтому идеальный вариант. Причем двери складываются и убираются внутрь, они не торчат. Понравилось максимально использованное место под раковиной. Такой ящик создает дополнительное место хранения вокруг кухонной мойки. Несмотря на то, что выставка в этом году была как никогда бедноватой, многие не смогли участвовать из-за ковидных ограничений, очень мало представителей из других стран, но все-таки было на что посмотреть, и я уверена, что вы, посмотрев ролик, тоже нашли для себя новые идеи реализации. Будьте дизайнерами собственного пространства. Всем пока!